правильно уважая и почитая предшествующих учителей и преклоняясь перед их трудами, ничуть не умаляя их значение в истории, мы с вами должны двигать человечество вперед. Последний закон мы приняли 31 декабря 1999 года, за несколько часов до Нового года. Это год их рождения. Поэтому днем законов мироздания будем считать 31 декабря каждого года. Это же и день их рождения. В этот день на Земле появились все законы, которые были намечены для передачи человечеству на последующие 2000 лет.